25 декабря в Хасавюрте состоялось торжественное открытие нового общественного объекта – бульвара по улице Датуева. Территория была благоустроена в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На церемонии открытия участие приняли глава города Хасавюрт Зайнуддин Акмазов, представители городской администрации, студенческой молодежи и общественные деятели. Во вступительной речи глава города Хасавюрт Зайнуддин Акмазов поздравил горожан с открытием бульвара, отметив, что он является новогодним подарком городу в преддверии празднеств. Мы сегодня сдаем очередной объект по программе комфортной городской среды. Это подарок городу перед Новым годом. Вот такие улицы будут появляться каждым днем. Все больше и больше, и постепенно наш город будет становиться современным 31 год. Всем поздравляю с наступающим Новым годом и с этим объектом. Остается еще поблагодарить всех, кто сделал участие в строительстве вот этого проспекта. Всего протяженность объекта составила более 600 метров. Бульвар огорожен парапетом и обустроен пешеходной зоной. Установлены скамейки для отдыха и осуществлено строительство поливной системы. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».